Знаешь, покрывало – это один из тех штрихов, который необходим каждому дому. И вот такое покрывало, как винтажные цветы, оно создаст поистине классический, но интерьер с элементами роскоши, с элементами шика, будто царское убранство превратит, ну, такое царское убранство превратится, да, в каждый дом. Но при этом это еще и самое выгодное предложение сегодняшнего дня, Катя, потому что покрывало, винтажные цветы – это специальное предложение только сегодняшнего дня. Цена от 999 рублей. Меня сегодня удивляет, что мы можем создать царский интерьер так легко, всего лишь с одним бесплатным телефонным звонком. Действительно, Лен, очень легко создать царский интерьер, но что очень важно, такое покрывало, как винтажные цветы, оно великолепно впишется в каждый дом. Посмотри, здесь абсолютно универсальные оттенки. И насколько они вкусные, насколько они аппетитные. Здесь у нас такой бежевый цвет, но бежевый это не простой цвет. Это бежевый, который входит в десятку самых модных тенденций этого сезона. Ну а коралловые цветы создают такой некий яркий акцент, не кричащий, но тем не менее освежающий каждый интерьер. Ну знаешь, мне даже кажется, что это вот золото с жемчугом, что-то такое переплетается и создает вот поистине действительно классическую русскую атмосферу. Давайте посмотрим, какие размеры у нас есть, потому что многие женщины гоняются за размером именно на большую кровать, но не могут их найти. Лен, ты правильно подметила, и у нас два размера на выбор. Это размер евро 2×2,20 и размер евро плюс, посмотрите, 230×250. Лена, я как эксперт хочу отметить, что покрывало в таком размере найти не так-то просто в магазинах. Но даже если вдруг найдется такое покрывало, стоить оно будет минимум 5-7 тысяч рублей. Это редкий размер, который превратит вашу кровать в настоящее королевское ложе. Вот королевский размер, вы его искали и не могли найти. А мы нашли, а у нас он есть. И более того, это специальное предложение только сегодняшнего дня. Это самое выгодное предложение. Цена от 999 рублей. Вы только посмотрите. Действительно, Кать, царский размер, царские расцветки. Но мне очень интересно, у всех у нас разные интерьеры. Впишется ли, допустим, в мой интерьер это покрывало? Лен, конечно, идеально подойдет различный интерьер. У нас классическая цветовая гамма, да, с ярким акцентом. Но очень важный момент. Знаешь, когда мы говорим о царских интерьерах, то тогда мы не можем пройти мимо самой изящной ткани в мире, а именно о шелке. Подожди, ты хочешь сказать, что это натуральный шелк? Я хочу сказать, что это шелк, но шелк непростой, это декоративный шелк, а он, я тебе хочу отметить, имеет большое преимущество перед натуральным, ведь не зря ученые целых два столетия создавали это уникальное волокно. Но интересно, вот если шелк, он такой деликатный и очень с ним капризный, так сказать, по ощущениям и в быту. Вот, например, у моей мамы есть животные, кошка и собака, и они постоянно прыгают на диван. И представляете, они если поцарапают, то у нас будут затяжки. Ну, Лен, я тебе хочу сказать, животные, конечно, могут сотворить разные чудеса и, возможно, все поцарапать, но чем уникален декоративный шелк? Во-первых, он такой же нежный и такой же мягкий, как натуральный. Очень мягкий, да, обладает таким же уникальным блеском, который, кстати, расширит пространство в вашей комнате и наполнит ее светом, а значит, ваша комната станет светлее. Но что касается теперь практичности, декоративный шелк, он устойчив к зацепкам, нежели натуральный, а значит, зацепить такое покрывало, ой, как непросто. Затяжек на нем точно не будет, но также важный момент, что именно декоративный шелк, он не имеет пилинга, то есть не скатывается на покрывале, не будет такой некрасивой деформации. Но есть еще важные моменты. Так. Обрати внимание, у нас покрывало непростое. Наше покрывало еще и стеганое. И ну вот да. Тут как раз таки хочу обратить внимание на то, что у кого есть животные, маленькие детки, которые катают машинки. Посмотрите, такую стежку, в отличие от обычной стежки нитками, зацепить, ой, как непросто. Я бы сказала, даже невозможно, потому что термостежка – это уникальная стежка. Вот посмотрите, в данный момент, так, видите, некачественную стежку, да, которую зацепить очень сложно. Нитки, ой, очень просто, точнее, нитки начинают они рвутся, вылазить. Да. Да, и полотно, конечно, теряет свой внешний вид. Но когда речь идет о термостежке, когда все три слоя скрепляются исключительно ультразвуком, такую стежку
девушку, Лен, зацепить просто невозможно. Вот, это прекрасное решение для квартиры твоей мамы. Ну, очень здорово, мне нравится, что сегодня вот такие новейшие технологии мы используем. Мы можем это, конечно, использовать и применить у себя дома. Причем быть уверены в 100% качестве. Вы только посмотрите, царские у нас с вами расцветки, переливы. Как мне нравятся эти жемчужные переливы. И сегодня вы забираете все это в свой интерьер. И очень хочется, чтобы вы сделали это сейчас, чтобы не получилось потом, как у Пушкина. Да, я другому отдана и буду век ему верна. Вы дозвонитесь и услышите такой ответ. Прямо сейчас возьмите в руки телефон, дозвонитесь и оформите свой заказ. Заберите свое царское покрывало, царский размер, царские расцветки сегодня украсят ваш дом. Но мне очень нравится, Кать, что сегодня мы можем использовать на кровати его. А где еще можно использовать наше покрывало? Лен, ты знаешь, покрывало абсолютно универсально. Оно прекрасно подойдет не только для спальни, но великолепно еще и красит вашу гостиную. Обратите внимание на наш диванчик. Несмотря на то, что покрывало наше стеганое, внутри у нас прослоечка, хочу отметить, из синтепона, но у нас достаточно такая средняя громовка, чтобы покрывало хорошо держало форму, но при этом красиво драпировалось на диване. Поэтому у кого нет кровати или просто вы желаете создать единый гармоничный образ вашего дома, я рекомендую приобретать как минимум два покрывала, тем более сегодня такая доступная цена. Ваша спальня, ваша гостиная преобразятся буквально за несколько минут. И главное, что такое покрывало впишется в каждый дом и в каждый интерьер. Мне очень нравится, Катя, действительно, что сегодня мы можем создать полный интерьер в нашем доме. Давайте посмотрим на размеры. Какие размеры у нас есть? У нас есть два размера на выбор. Это евро 2×2,20 и евро макси. Это 230×250. Но сейчас я хочу показать еще один секрет. Так, так как я однажды столкнулась с такой проблемой, что не смогла поместить покрывало в свою стиральную машинку, так как оно было достаточно объемное. Размер нашего покрывала 230×250, но при этом оно обладает компактностью, оно прекрасно подойдет для любой стиральной машинки. Ты хочешь сказать, что наше покрывало, винтажные цветы, мы будем стирать в стиральной машине? Мы будем стирать, и главное, что оно поместится. Давайте мы посмотрим еще раз на этот величественный размер 230×250, и вы увидите, насколько вот такой размер может быть компактный. Посмотрите, я его сложила, сделала это быстро и не очень, скажем так, аккуратно, но вот такой величественный размер 230×250 может быть компактный, и стирать вы его будете в своей стиральной машинке на деликатном режиме 30 градусов, а значит, вы сэкономите денежные средства и, конечно же, время на химчистке. А вы могли представить, что сегодня царские интерьеры сегодня так просты в уходе, так они практичны, при этом дарят нам абсолютное ощущение царственности. Украсьте свой интерьер царскими расцветками, ухаживайте легко и прямо сейчас. Дозвонитесь по нашему бесплатному номеру и заберите специальное предложение только сегодняшнего дня покрывала винтажные цветы.